Сейчас еще омлетик принесу. Таи, не надо, малыш, не суетись. Я дома позавтракал. Да и сладкого уже поел. Ты лучше сядь, посиди со мной, а? Что-то ты совсем приболел. Может, в больницу ляжешь? Ничего, ничего. Сейчас отпустят. Ты знаешь, я хотел поговорить с тобой кое о чем очень важном. Черт, в машине, наверное, оставил. Сейчас я, одну минуточку. Марья Николаевна, молодец. Да, твоя интуиция тебя не подвела. Ну, вообще-то этим делом мы занимались вместе. Ну, вместе-то вместе, но главной версии ты не поверила, продвигала свою. Обратила внимание на некоторые детали. Я не пойму, подчинёнок надо хвалить или нет? Прости, ты все правильно делаешь. Просто я никак не могу привыкнуть к тому, что у меня муж и начальник в одном лице. Я здесь. Я здесь начальник, Мария Николаевна. Давайте. Да, да, да. Да? Не забываем об этом. Кстати, а ты помнишь, что мне сегодня нужно уйти пораньше? Нет, не помню. Ну, уйдешь. Хорошо. Спасибо, Андрей Петрович. Пожалуйста, Мария Николаевна. Алло, Татьяна, а Скворцов у себя? Марь, подожди! Привет. Привет. Не узнаешь? Олег. Решил заняться своим телом, теперь никто меня не узнает. Ну? Ты правда круто выглядишь. Ты тоже. Стала еще красивее. Как Андрей? Отлично, его недавно повысили. А дети? Небось, уже пару карапузов успели завести. А ты знаешь, все как-то нет времени. А ты что, женился? Да нет, еще пока не встретил ту самую. А? Слушай, я, кстати, фитнес-тренером работаю в этом клубе. Да. Так что могу тебе хорошую скидку сделать. Ну, если, конечно, надумаешь спортом заняться. Ну, это вряд ли. Слушай, а дай-ка свой телефон. Зачем? Ну, дай. Забью тебе ссылку на свою страницу. Посмотришь, что я с клиентами делаю до и после. Держи. Спасибо. Погоди, погоди. И визиточку. Ну, на всякий случай. Я уже и забыла, какой ты настырный. Ну, давай. Рад был повидаться. Я тоже. Приезжать не нужно.
Пожалуйста, проходите. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мария Николаевна. Да. Ну, как я и подозревала, никаких препятствий для зачатия я не вижу. Анализы у вас хорошие. Но вот у вашего мужа, похоже, небольшие проблемы есть. А что за проблемы? Ну, волноваться пока не стоит. Я думаю, что анализ не совсем корректен, его нужно просто пересдать. А сколько вы уже планируете ребенка? Пару лет мы не предохраняемся. Угу. Кем работаете? В Следственном комитете. И я, и мой муж следователи. Да, не самая простая и спокойная работа. Возможно, дело в постоянном стрессе. Но, как я уже сказала, не нужно заранее делать выводы. Мы дождемся повторного анализа и тогда посмотрим. Это вам? Угу. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Я же просила тебя не приезжать сюда. Я просила тебя сюда не приезжать. Я не хочу больше ждать. Ты моя, только моя. Я не собираюсь тебя ни с кем делить. Отпусти. Нет. Отпусти, я прошу тебя. Тут люди смотрят. Это он сделал? Это он сделал? Я убью его. Успокойся. Ты ведь совсем не знаешь этого человека. Мне плевать на него. Пожалуйста, потерпи. Я прошу тебя, потерпи. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я найду какой-нибудь выход. Ну, какой выход? Я не знаю. Ну, я не знаю, но я что-нибудь придумаю. Андрюш, как ты знаешь, я сегодня была у врача. Да, да, что говорят? Говорят, что тебе нужно пересдать анализы. Ага. Понял. А зачем? Ну, не уверены, сомневаются. А твои анализы, их тоже нужно пересдать? Да нет, мои анализы в норме. Когда подъедешь? Может, меня же повысили сейчас? Ну, я знаю. Но дел много. Так что давай сначала раскрываемость, потом рождаемость. Слушай, это всего полчаса. Ну, когда? Я в душ. Ты не съел ничего? Андрюш, телефон! Будем затягивать. Я обязательно съезжу в этот медцентр еще раз. Маша, я понимаю, как для тебя важен этот ребенок. А для тебя? Для меня тоже. Для нас обоих. Слушаю. Мария Николаевна, у нас тут труп на стартовой. Адрес диктовать? Пришлите смс-кой, я не могу сейчас записать. Спасибо.
Хочешь кофе с Орео? Нет, спасибо. Я куплю по дороге. Что-то ты не торопишься, все уже в сборе. Спасибо, я уже по дороге. Давай, пей. Кошкин пока свою фотосессию не закончит, никого не подпустит, ты же знаешь. Не факт, что этот труп криминальный, может, мы вообще зря приехали. Здравия желаю. Пожалуйста. Привет. Ну, что там у нас? Личность установили? Доброе утро. Сейчас еще пару кадров. Юрий Борисович Лебедев, 1963 года рождения, зарегистрирован по адресу Малыгина, 6. Какая-то ты нервная сегодня. Мне его дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что там, Свет? Возможно, он просто неудачно упал, ударился головой и умер. Хотя есть кое-что подозрительное. Белки глаз красные. Асфиксия? На первый взгляд, никто его не душил, даже пальцем не тронул. Время смерти примерно 1,5–2 часа. Так ты не уверена, что это наш клиент? Наш, не наш. Ничего не могу сказать. Есть состав преступления, нет состава преступления. Покажет вскрытие и исследование крови. Все. Маша, что с тобой сегодня? С Андреем поссорилась? Это из-за его повышения? Да при чем здесь его повышение? Вообще мы не ссорились. Потому что ты всегда все держишь в себе. А в семейной жизни главное не молчать, а высказывать, проблему обсуждать. Это не тот случай. И вообще нам нечего обсуждать. Маш, ты послушай себя. Выговориться надо иногда. Прокричаться. Эмоции свои выразить. Я так не могу. Я должна для начала понять, что проблема реальная, а не надуманная. И как ты это будешь выяснять? Искать улики? Давай. Камеру нашел. Оттуда отлично видно место обнаружения трупа. Снять видео? Ну, конечно, снять. И машину нужно опечатать, да, ясность? Сделаем. Алло, Юра, ты меня слышишь? Капитан юстиции Быстрова. Кто вы и кем приходите с Юрием Лебедевым? Я Елена Лебедева, я его жена. А где Юра? Мне очень жаль, но ваш муж умер. Вы, наверное, что-то перепутали. Вы мне просто скажите, что с ним случилось. К сожалению, мы вам сейчас не можем предоставить такую информацию. Хорошо, тогда скажите мне, куда я могу приехать, где он сейчас... Елена Михайловна, что случилось? Вам плохо? Я сейчас позову кого-нибудь. Не надо никого звать. Воды тогда. Это я во всем виновата. Елена Михайловна, что случилось-то? Воды.
Где она? Здравствуйте. Елена Михайловна? Здравствуйте. Простите, я не признала ваш голос по телефону. Присаживайтесь, пожалуйста. Мне очень жаль. Примите как? Мои соболезнования. Как случилось? К сожалению, сейчас следствие не может установить точную причину смерти вашего мужа. Сейчас все выглядит так, будто бы случайность. Он шел, упал и ударился головой. Скажите, у него были какие-то проблемы со здоровьем? Сердце его беспокоило. Бывала стенокардия. А утром? Утром? Да. Утром? Я не знаю. Он ушел рано на работу. Я спала. Кем он работал? Управляющим в этом ресторане. Елена Михайловна, мне очень жаль. Я попрошу для вас воды. Только всего можно было рассказать. Вот если б меня спросили, я бы на его месте не скромничал. Ну, а мне понравилось. Хорошо рассказал. Четко и по делу. Мария Николаевна, как вам интервью нашего нового босса? Я только что с выезда еще не успела прочесть. А что за издание из главы вылетело? Журнал СК. А, ну да, ну да. Алло, добрый день. Петровский следственный отдел СК, капитан юстиции Быстрова. Мне срочно нужны все данные по абоненту 903-740-5185. Распечатка звонков, смс-биллинги. Вы уже направляли нам письменный запрос? Нет, но сейчас отправлю. Давайте уточним. Номер принадлежит Андрею Петровичу Быстрову? Да. Данные за какой срок вас интересуют? Я вам все укажу в запросе. Спасибо. Держи. Владик достал запись с камеры с парковки. Ты уже видел? Нет, я пришел специально вместе с тобой посмотреть. Да, хотел понять, будет там криминал или нет. Ну, чтоб ты тоже это увидела. Что-то на парковку-то не очень похоже. Ну, это не парковка, это задний двор ресторана. Там на 5 машин всего места. А. Давай-ка еще раз. Ну, он пьян. Он не пьяный, жена сказала, у него больное сердце. Ну, что это за мужик? Ну, я-то откуда знаю. Какая разница, кто бы он ни был, он же к нему не подходит. Несчастный случай на лицо. Ну да, но он и не бросается ему помогать. Ну, испугался человек. Конечно, в скорую мог бы позвонить, но... Какая-то это все муть. Почему? Ну, не похоже это на несчастный случай. Ну и что? Думаешь? Я думаю, надо дождаться результата вскрытия. Открывай. Отчет еще не готов. Я только закончила, как видишь. Ты мне главное скажи, если это несчастный случай, то я поеду обратно. Я посмотрела записи с камер видеонаблюдения. На них Лебедев шел шатаясь, словно пьяный, потом упал. Алкоголя в его крови не обнаружено.
Так, а что тогда? Сердечный приступ? Конечно, сердце было в его плачевном состоянии. Угу, но хватит. Умер он не от этого. А что? Думаю, его отравили. Это был сильный яд. Допустим, цианистый калий. О! Да. Даже так? Похоже на то. Цианиды блокируют доступ кислорода в организм, поэтому у Лебедева были такие красные белки глаз, как после удушения. Откуда он взялся? К тому же, как его могли подмешать? Напитки, что ли? Возможно. Содержимое желудка кофе, какой-то миндальный бисквит. Это я тебе потом позже напишу. А для точного определения яда нужна токсикологическая экспертиза. Будет у тебя токсикологическая экспертиза. Давай. Угу. С ядами мы еще не работали. Говорят, у него был сердечный приступ. Нет, иначе мы бы не пришли. Во сколько вы приехали в ресторан? 8 часов, кажется. Вы видели Лебедева? Я был на кухне. Не выходил оттуда. Правда говорю. А что у вас с рукой? Это я спортом занимаюсь. Отжимаюсь на кулаках. На кулаке, точнее. Лебедев здесь позавтракал, выпил кофе и съел миндальный торт? Не торт, кекс. Кстати, очень вкусный. Не хотите? Нет, спасибо. Надо взять на экспертизу. А посуду, с которой он ел, уже помыли? Ну, конечно. Сразу. У нас приличное заведение. Лебедев ладил с коллегами. Может быть, он с кем-то конфликтовал? Нет, он был хорошим начальником. Да какие конфликты? Не было ничего такого. А знакомая по имени Даша у него есть? Новая официантка. Пару месяцев у нас работает. Кстати, Лебедев ее и привел. Я бы хотела с ней поговорить. Она как узнала, что Юрий умер, она расплакалась и убежала куда-то. Но если хотите, я ее поищу. Да-да, пожалуйста. Ну, что скажешь? Капитан юстиции Быстрова, я хочу задать вам несколько вопросов. В каких отношениях вы были с Юрием Лебедевым? Он был моим папой. Ах, мне очень жаль, простите. Вы можете сейчас разговаривать или лучше мы вызовем вас к себе для дачи показаний? Могу, могу. Да. Хорошо, тогда мы начнем по порядку. Вы утром с ним виделись? Конечно, он... Он, как обычно, пришел сюда, чтобы провести время со мной, и я принесла ему завтрак. Что именно? Кофе и кекс. Может быть, в вашей встрече было что-то необычное? Да, он кашлял, он был очень болен, и у него в горле как будто бы что-то першило. Вы с ним о чем-то разговаривали? Нет, мы не успели. Он пошел в машину, он забыл там что-то важное. А я осталась его ждать. Пойди осмотри машину Лебедева, я пока все запишу. Я должна была пойти с ним. Если бы я пошла с ним, ничего бы не случилось. Я бы... Кекс, который вы подали Лебедеву, готовят на кухне вашего ресторана? Я бы вызвала скорую. Ничего могло бы не произойти. Простите. Да, всю еду в ресторане мы готовим сами. Что вы все про эти кексы спрашиваете? И все могло бы быть иначе. Я вас понимаю. В машине Лебедева был обнаружен черновик завещания, по которому Лебедев признает Дашу своей дочерью и завещает ей половину своей собственности. По-моему, этот черновик оправдывает дочь Лебедева. Какой смысл ей был убивать отца? Никакого. А если существовал другой вариант завещания, который был более удобен девушке? Надо проверить по базе данных нотариусов. Но сначала надо проверить, реально ли это было отравление, или это домыслы твоей подружки. Ты что же, отчет токсиколога уже пришел, да?
Нет, это по другому делу. Пожалуйста, хорошего отдыха. Спасибо. Пойдем. Добрый вечер. Мне нужна информация по одному вашему гостю. Какая фамилия гостя? Быстров, Андрей Быстров. Быстров, Андрей Быстров. Да, вчера он снимал номер люкс у нас. Вы вчера работали? Я работал вчера. Он был с ней? Да. По-моему, да. Как, а? Может быть, еще? Что случилось? Кто тебя обидел, а? Маш. Понятно. У нас кто-то просто не в настроении, на ужин. Сегодня не приходится рассчитывать, правильно? Андрей, я все знаю про отель и про журналистку. Судя по всему, у вас с ней недавно. Маш, я не знаю, как это произошло. Случайность. Случайность? Ну да. Ну, ты же знаешь, что у нас с тобой в последнее время были некоторые проблемы. Говори за себя. Хорошо. У меня были проблемы из-за твоего навязчивого желания родить ребенка. Но ты тоже этого хочешь, разве нет? Да, я хочу. Просто я хочу, чтобы это было как-то естественно, как само собой, что ли, не знаю, как у всех нормальных людей. Мы просто прошли обследование. Что в этом ненормального? Маш, ну ненормально то, что ты в календаре дни для секса высчитываешь. Вот это ненормально. Я с тобой уже в постель ложусь не как любимый мужчина. Я ложусь как какой-то самец-производитель, который должен свою самку оплодотворить. Что? Понимаешь? То, Маш, то. Я каждый раз, когда на твоем тесте вижу одну полоску, я понимаю, что я лузер. Я не справился, я провалил задание. Почему ты тогда живешь со мной? Да я люблю тебя! Это все так ужасно! Слушай, прости меня, Маша. Ну, прости, я... Я хочу, чтобы ты собрал свои вещи и ушел отсюда. Надеюсь, когда я вернусь, тебя здесь уже не будет. Спасибо.
Слушай, а все-таки здорово, что ты позвонила. И ты, кстати, в отличной форме. Какая грубая наглая лесть. Ну, правда, правда. Ну, ну поверь профессионалу. За тебя. За тебя. А хочешь, я тебя домой отвезу? О, ваши коктейли. Слушай. Ну? А я недавно квартиру купил. У нас новоселье. Поздравляю. Спасибо. Ты, кстати, должна ее увидеть. Из караоке обещал. Да? Ну. По дороге споем. Договорились. Еще вином полны бокалы, еще мы будем танцевать. Ох ты. Да. Ой, как у тебя красиво. Да? Да. Ничего так, сам дизайн придумал? А то. Ну, видно, ты человек со вкусом. Но главное, здесь даже не ремонт. А что же? У меня есть уникальная коллекция экзотических рыбок. Вау! Та-дам! Рыбки! Ой, какие классные. Так, я вижу одну, две, три. Четыре. Одна очень стеснительная. Как я. Очень дорогие. Ну и как их зовут? Ой, знаешь, я еще не придумал. А хочешь вместе имена придумать? Хочу. Давай одну буду звать Маша, вторую Маруся, а третью Мария. Ну и самый четвертый. Какие журналы? А ты здесь есть? Пока еще нет. Но я к этому стремлюсь. Мне кажется, у тебя все шансы. Ну, давай еще раз за встречу. Знаешь, вот смотрю на тебя, понимаю, как будто не было всех этих лет. Вот все никак не могу тебя забыть. Еще шампанского? Давай. Бокал. Извини. Ой, да ладно, ты что, меня стесняешься? После того, что было между нами? Выйди мне одеться нам. Слушай, да что ты такая зажатая, а? Хотя, знаешь, ты не так уж и хороша в постели, как я себе представлял. Похоже, я немного потерял, когда Андрей тебя увел. Вышел, мне одеться надо. Ладно, ладно. Thank you.
Я очень виноват перед тобой. Дай мне еще один шанс. Я люблю тебя. Клиенты иногда выглядят. Что случилось? У тебя есть что-нибудь там? Тушь или пудра, что-то? Нет, с собой нет, но я могу сходить. Да ладно, не надо. А что, опять проблемы в семейной жизни? Поссорились. О. Видимо, на этот раз серьезно, я даже его видеть не могу. Ну, здрасте, приехали. Он твой начальник, как-никак. Машенька, учись различать личное и работу. Похоже, придется просить перевода в другой отдел. Проси перевод сразу в Скотланд-Ярд. Там нужны хорошие исследователи. Ладно, ты горячку не пари, Лебедевым займись. Вот, цианистый калий, как я и думала. Так-так, и что? Обрати внимание, убийца подсыпал в яд прямо сладкое пирожное, а глюкоза является антидотом цианидов. Что это значит? Я ж не такая умная, как ты. Да. Но глюкоза тормозит действие яда. Поэтому Лебедев умер через 2-3 часа после принятия яда. Так. Вот. Почитай, обрати внимание. Цвет, ну хорошо. Хорошо, что вы занимаетесь этим делом, а не кто-то другой. Я думаю, что вы сумеете в этом во всем разобраться. Да, я надеюсь на это. Расскажите о ваших отношениях с мужем. Ну, у нас, как и в любой семье, конечно, бывали разные конфликты, но у нас в целом была хорошая семья. Вы знали его дочери? Что, простите? Он вам рассказывал, что собирался включить дочь в число наследников и даже составил черновик завещания. Меня простите, но я действительно не понимаю, о чем вы говорите со мной. Хорошо, тогда у меня к вам еще один вопрос. Накануне убийства у вас в медцентре состоялся телефонный разговор. Судя по всему, непростой. Вы кого-то пытались от чего-то отговорить. Кто это был? С кем вы разговаривали? Вы, конечно, можете мне не отвечать, но я как следователь все равно это узнаю. На самом деле, в последнее время у нас с мужем были серьезные проблемы в браке. А в последнее время мы совсем отдалились друг от друга. Я жалела его из-за его болезни, он это чувствовал, злился на меня, сильно ревновал и пару раз даже бил. Он вас ревновал без повода? У меня был роман с другим мужчиной. Я жду от него ребенка. Я хотела признаться во всем мужу, но... Кто был ваш любовник? Тенгиз Махатели. Шеф-повар ресторана, которым управлял Юра. Кстати, а вы знаете, как был убит ваш муж? Как? Его отравили в этом самом ресторане. Еще? Я? Да. Да, и еще раз внимательно опроси коллег Лебедева, особенно в их отеле. У него был мотив и возможность убить Лебедева. Топильна была права, у нас отравление цианидами. Угу. А, если есть время, я могу сообщить подробности. Есть. Давай, может, пройдемся и поговорим. Нет, мне надо работать.
Ты же сказал, Маш, цветы хотя бы возьми. Маша. Маш, я не знаю, что еще сделать, чтобы ты меня простила, и мы снова были вместе. Прости, я пока не готова. Правда, мне и так тяжело с тобой общаться. Мы работаем вместе, я вынуждена. Давай мы с тобой договоримся, что нас с тобой связывает только рабочие отношения. Подожди, я понимаю, что тебе нужно время и... Да можешь не стесняться, меня твоя личная жизнь не касается. Слушай, это по работе наверняка. Наверняка? Ну, наверняка, ну вот смотри. О! Ух ты! Ты смотри-ка, объяснишь? Это я, знаешь, как дурак здесь стою, извиняюсь перед тобой. Ты мне давно изменяешь меня? Ма, что молчишь? А моя личная жизнь тебя тоже не касается. Алло? Лежик, ты совсем рехнулся, да? Похоже, твой Андрюша получил мой привет. Кому ты еще выслал мои фото? Никому, только твоему муженьку. Статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности личной жизни». Я тебя, дорогой, закрою, наверное, под ней на пару лет. Если ты еще раз, сволочь, сунешься к нам, ты будешь свои бицепсы на зоне прокачивать, ты понял меня? Кто дал право на мою жену маньяка ловить? Не лезь в эту. Круглосуточное наблюдение уже установили. Это что, на живца, что ли, получается? Дверь никому не открываешь вообще. У нас на это существо ничего нет. Учись мыслить шире. Может, это вы их всех мочите, я не знаю. Что? Маша твоя из дома вышла. Надо понять, чего он хочет и куда он ее везет. Thank you.
Чингис. Меня допрашивали. Мне пришлось сказать, что мы с тобой вместе, рассказать о нас. Не страшно. Они бы все равно узнали. Говорят, Юру отравили. Знаю. Полиция второй день в ресторане. Уже везде успели нос свой сунуть. Ты видел, как это произошло? Что произошло? Я просто шел за ним. Хотел поговорить. Но не успел, он упал. Просто упал? Это ты? Нет, только скажи мне сейчас честно, это ты его отравил? Я? Нет, я просто хотел рассказать ему о нас. Ты же отлично знал, что он меня просто так от себя никогда в жизни не отпустит. Да он скорее убьет меня и тебя. Да, да, знал. И ты же сказала сама, что разберешься с ним. Я думал, что это ты. Я что, Тенгиз? То ты его. Ради нас, ради ребенка. Он же бил тебя. Какой же ты трус, а? Ты хочешь сейчас все это взять и повесить на меня? Нет. Я в тебе очень сильно ошиблась. А у нас совещание 5 минут назад началось. Прошу прощения, Андрей Петрович. Ты рассказал уже про Лебедева и Махателя? Ну, рассказал в общих чертах. Отвлекаться будем, Мария Николаевна? У меня вообще-то плотный график, между прочим, я вам не мешаю. Извините, Андрей Петрович, мы ждем ваших распоряжений. Значит так, у нас трое подозреваемых. Это Дарья Пашкова, внебрачная дочь Лебедева, его жена Елена Лебедева, ее любовник Тенгиз Махатели. У всех троих есть мотив для убийства. Вообще-то мы проверили, у Лебедева не было официального завещания. Поэтому Дарья Пашкова не может быть подозреваемой, потому что ей это уж точно была невыгодна смерть отца. Ну да. А если у нее был другой мотив? Не связанный с завещанием. У всех троих надо провести обыски на предмет обнаружения следов яда в квартирах. И самое главное, попытаться понять, кто из них в принципе мог приобрести цианид. Хорошо, у нас вопросов больше нет. Да, а еще. Отравление же это чисто женская тема, да? Поэтому Пашкова и Лебедева – наши главные подозреваемые. Мы можем идти, Андрей Петрович? Идите, Мария Николаевна. Я тоже пойду? Да, пожалуйста. Влад, поедешь со мной к Лебедеву, а в ресторан я другую опергруппу направлю. Может, в ресторан с опергруппой я поеду? Самостоятельно связи хотел? Вроде того. Ладно, давай. Тогда будем на связи. Парни, подробно ищем, ничего не пропускаем. Да все равно ничего не найду. Запрещенного не бывает. У вас крысы в ресторане есть? Нет, конечно. Как это нет? Мы их травим каждые полгода. У нас
Чистота такая, с пола можно есть. А чем травите? Чтобы сливки мои не спали. Понятия не имею. Фирма по договору приезжает, с собой все привозит. Респираторы, яды, распылители. Я за торт переживаю. А кто-нибудь из сотрудников ресторана при этом присутствует? Нет, никого. Мы в эти дни позже ресторан открываем. А, вы, наверное, думаете, что Лебедева крысиным ядом отравили? Ничего у нас нет. Вы там ничего не найдете. Я тут слишком вызнала. А вот торт испортится. Добрый день. Мне нужно вам задать пару вопросов по поводу вашего отца. Я работаю. Хорошо, выполните заказ, а я вас за свободным столиком подожду. Так, давайте еще раз. Вы взяли кекс с витрины и сразу отнесли отцу, так? Ну да, так и было. А это кто-нибудь может подтвердить? Нет, но мы ведь были одни. Вы что, меня подозреваете? Нет, Даша, подождите. Но я же чувствую, что вы мне не верите. Вы думаете, что я отравила собственного отца? Да я всю жизнь росла без отца. Когда я его нашла, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Он меня признал и принял, дал мне работу, жилье, да я молиться на него была готова. Даша, вас подозревают, потому что вы последняя, кто видел его в живых. И к тому же вы принесли этот кекс, в котором... В котором был яд? Я не должен был это вам говорить. В тот день он не ел кекс. Он только пил кофе. Так, подождите, стоп. Вы дали показания, в которых сказали, что вы принесли ему кофе и кекс. Ну да, так и было. И что? Он не стал его есть. А куда тогда делся кекс? Я его съела, пока ждала. Значит, вы съели. Это никто не может подтвердить. А... Даш, а за каким столиком вы сидели? За этим. Вы думаете, почему он был свободен? Это папин столик. Угу. Камера здесь есть? Ну, да, вон там. Угу. Понял. Спасибо. Это что такое? Это соль с Мертвого моря. В прошлом году были в Израиле. Хорошо, проверим на всякий случай. Вперед чуть-чуть перемотай. Так, так. Стоп. Назад. Вот. Алло, Мария Николаевна, у меня есть видео, где четко видно, что кекс ест его дочь. Значит, Лебедев перекусил отравленным пирожком в другом месте. Ясно, спасибо. Ну все, мы закончили. Ну и что? Кроме сувенира из Израиля у нас что-нибудь еще есть? Ясно. Нужно все еще раз как следует проверить. Я там уже смотрел. Угу.
Елена! Думаю, именно эту коробку я видела в вашем кабинете. Да, мне ее кто-то из пациентов принес. Я не люблю сладкое, а мой муж любил. Значит, он вас ревновал, бил, а вы ему носили сладости. Извините, но в это как-то слабо верится. Наши отношения не всегда были такими. Если бы я ему перестала бы носить сладости, он бы точно меня в чем-то заподозрил. Ему что, сладкого в ресторане не хватало? Просто у нас рядом с медцентром хорошая кондитерская. Экспертизу это срочно. Я изменяла мужу, но я даже пыталась с ним развестись, но я его не убивала. Неужели вы думаете, что я принесла пирожные, подсыпала в них яду, пыталась Юру отравить? Для начала я хочу выяснить, как эти кексы попали к вам в кабинет. Слушаю. Мария Николаевна, это вы должны были стать криминалистом. Как я мог проглядеть такую улику? Давай без прелюдий, Кошкин. Ну что, экспертиза готова? Так точно. Цианистый калий в образце обнаружен. Благодарю за оперативность. Елена Михайловна, ну как вы? Я очень за вас переживаю. Все хорошо, Ирина. Это Ирина Кротова, моя ассистентка, медсестра. Я могу с ней поговорить наедине? Конечно. Я тогда жду вас в кабинете. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите... Где я могу найти администратора или начальника охраны? Администратор уехал в Минздрав. Если хотите, я могу вам помочь. Мне нужен доступ к записям камер на этом этаже. Они у нас уже год не работают. Все никак на новые не заменят. Угу. Ну, хотите, я вам охранника позову? Нет, спасибо. Я хочу задать вам пару вопросов. Вы ведь работаете с Еленой давно уже, да? Давно. Пациентки Елену Михайловну просто обожают. Угу. Стольких счастливыми мамочками сделала. Ну и, конечно, все пытаются ее благодарить. Что приносит? Да приносит по-разному. Конфеты, кофе, чай. Шампанское на Новый год приносит. А пирожные, кексы? Ну да, приносит. У нас тут кондитерская неподалеку. И, кстати, я недавно у нее такой десертик видела на столе. Кто его принес? Вы не видели? Да нет. Понимаете, люди стесняются благодарить в открытую, и поэтому заносят свои дары, так сказать, незаметно. То есть дверь в кабинет всегда открыта? Ну да, мы ее и не закрываем. Но нам же выходить часто приходится. Ну, то карточку взять УЗИ. Скажите, у Лебедевой были с кем-то из пациенток конфликты в последнее время? Да нет, ну что вы. Но она ж беременности ведет. А мамочкам волноваться нельзя. Ну, тоже верно. Ирина, распечатайте мне, пожалуйста, список пациентов, которые приходили к ней в понедельник. В этот? Да. Ну, конечно. Одну минуту. Пожалуйста. Угу. Благодарю вас. Я слышала, что сказал эксперт, что яд находился в кексе, а коробка от него у меня. Но я понятия не имею, как она туда попала. Что, если вы были мишенью убийцы? У вас есть враги? Я не знаю, враги. Вот список пациентов, которые были у вас в тот день. Посмотрите, кто-то из них мог желать вам зла? Нет. Елена, если отравленный десерт предназначался для вас, я советую вам быть осторожнее. Поверь мне, как профессионала, групповые занятия никакого эффекта тебе не дадут. Если хочешь рельеф, то это только индивидуальные тренировки.
Ну и сколько нужно индивидуальных тренировок, ну, чтобы не стыдно было показаться на пляже. Слушай, пойдем ко мне. У меня потрясающий вид из отеля. Да-да. Елена Михайловна, проходите, садитесь. Я на минуточку, Александр Федорович. Вы, наверное, знаете о сложившейся у меня ситуации? Да. Примите мои самые искренние соболезнования. Спасибо. Я какое-то время, наверное, не смогу работать. Да, понимаю. Вам надо переключиться. Тем более у вас отпуск, кажется, остался 2 недели. Я жду ребенка и хотела бы догулять весь оставшийся отпуск и сразу же уйти в декрет. А какой у вас срок? 13 недель. Ну, Елена Михайловна, согласитесь, до официального декрета вам все-таки еще далеко. Может быть, не стоит спешить? Александр Федорович, поставьте печать, пожалуйста. Я бы хотела полностью сосредоточиться на ребенке. Елена Михайловна, я вас поздравляю. Я так рада за вас. А как же мы будем без вас? Спасибо, Ирочка, но меня пока еще никто никуда не отпускает. Да, отпускаю. Отпускаю. Будет вам декрет. Даже в голову не берите. Спасибо. Почему я ей верю? Да потому что если бы Лебедева знала о яде, она попыталась бы избавиться от улик и не оставила бы крошки с цианидом у себя в квартире. Это просто нелогично. А если это ее план? Следствие запутать. Ты просто подумай, она была беременна от любовника. Никакому мужу не понравилась бы эта новость. Она собиралась развестись. Да, но развод — это означает раздел имущества, а другое дело, когда муж уже мертв. Жена получает все. И я, честно говоря, не верю, что она не знала про внебрачную дочь своего мужа, про новое завещание. Ее надо задерживать. Дай мне еще неделю. Я попытаюсь доказать, что Лебедева невиновна. Ведь ты все-таки уверена, что ее саму пытались строить? Да. Хорошо, ладно, она еще неделю под подпиской о невыезде. Но я уверен, что ты теряешь время. И я тоже. Мария Николаевна, вот это все. Спасибо. Скажите, я вам еще нужна? Подождите меня за дверью, пожалуйста, ладно? Хорошо. Может быть, на выходных сходим в кино? Ну, если у вас нет других планов, конечно. В кино? Я сейчас вообще не могу думать о кино. Лучше скажите мне, как продвигается следствие. К сожалению, я это не могу обсуждать. Очень жаль. Потому что мне кажется, что вы вообще не ищете убийцу моего отца. Ну, зачем вы так? Потому что человека отравили, как собаку. А все ходят, и всем все равно. Даш, не переживайте, у нас есть подозреваемый. И кто это? Лебедева, его же... Я не должен был вам это говорить. Ну, не волнуйтесь, я никому не скажу. Так, может быть, все-таки сходим в кино? Я подумаю. Тебе от меня нужно. Я хочу знать, что происходит. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? А тебе лучше уйти. Подожди. Сядь в машину, поговорим, потом я уеду.
Я не убивал твоего мужа. Ну как ты можешь так думать обо мне? А то, что ты совсем недавно грозился его убить, ты забыл вот это? Это эмоции. А ты? Ты же сама сказала, что у тебя есть какой-то другой способ. Что? Что ты найдешь выход. Разве нет? Просто скажи мне правду, я не перестану тебя любить. Нам с тобой лучше больше не видеться. Не говори так. Ты носишь моего ребенка. Я скучаю. Пожалуйста, оставь меня. Мне нужно идти. Похоже, на этот раз моя интуиция меня подвела. Нет никаких улик в пользу моей версии. Значит, Лебедеву никто не пытался отравить? По крайней мере, на этой неделе покушения на нее не было. Знаешь, мне вообще кажется, что твоя личная симпатия к Лебедеву мешает следствию. Да. А я времени зря не терял. Оказывается, Махотели работал поваром 5 лет. На горнодобывающих приисках. И я выяснил. Вот. Оказывается, для обогащения руд используется цианид, при том в больших количествах. У Махотели была возможность достать яд. Ну, неужели все так просто? Ну, пока не знаю. Конечно, хочется в это верить, но, в общем, их надо допросить, снять показания, устроить очную ставку. Нужно же понять, были любовники в сговоре или нет. Нигиз Махотели, вы арестованы по подозрению в убийстве. Вам необходимо проехать с нами. Факты указывают на то, что Лебедев был отравлен у себя в квартире. И вы единственная подозреваемая. Я не убивала его. Но вы принесли отравленное пирожное домой. Я не знаю, как в пирожном оказался яд. Вы же знаете, что его мне кто-то подбросил в кабинет. Я вам 1000 раз об этом говорила. Елена, я вам верю. Но вы должны мне помочь. После работы вы сразу поехали домой? Нет. Вы куда-то заезжали, с кем-то встречались? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить и описать все в малейших подробностях. Я вас оставлю одну. Не буду вам мешать. Андрей!
Что, Махатели уже сделал признание? Слушай, по минутам все расписал, вот вину не признают. Ну, я так и знала. Интересно, что напишет Лебедев. Я встретилась с Тенгизом во дворе медцентра. Он увидел синяк у меня на шее и догадался, что меня ударил муж. Тенгиз стал бить кулаком по перилам и кричать. Что именно он кричал? Я не помню. Ну, может быть, вы помните? Я сказал, что убью его. И что? Я не люблю, когда бьют женщин. Далее Лебедева утверждает, что вы отвезли ее домой, и по дороге вы снова поссорились из-за кексов, которые Лебедева везла для мужа. Поссорились. Потому что она обещала мне, что уйдет от него, а сама ему кексы таскает. Потому что я боялась. Если бы он узнал, неизвестно, что бы он с нами сделал. Что имеете в виду? У меня нет доказательств, но я знаю прекрасно, что мой муж в 90-е состоял в какой-то банде. И он рассказывал мне, что они делали там с людьми. Если бы он узнал, он бы нас просто убил. Не сам так поручил бы кому-нибудь. Ты за жизнь свою боялись, да? Итак, продолжим. Судя по вашим показаниям, Махатели отвез вас домой, по дороге вы никуда не заезжали. Заезжали? Да вы что? Почему же вы ничего не написали про это? Она просто забыла. Помнишь, когда ты из машины к банкомату выходила? Я скажу, какой банкомат вы проверите. Ну, проверим, не волнуйтесь. Так вот, когда ты вышла из машины, я обсыпал ядом кексы. Нет. Нет, нет. Пустите ее. Она здесь ни при чем. Маша, слушай, может, отметим? Все-таки дело такое серьезное закрыли, а? Слушай, да, честно говоря, не до отмечаний. Да и Лебедеву жалко. Такая ужасная ситуация. Ну, не будем отмечать, просто посидим. Я могу войти? Нет. Понял. Может, я виноват? Маша, вот и все ситуации, я один виноват, правда. Ты мне изменила на эмоциях, а я... Может, мы забудем все и попробуем все сначала? Слушай, ты действительно считаешь, что они были в сговоре? Ну, вообще думаю, да. Потом Махатели все правильно понял, что все улики против Лебедева, и взял вину на себя. В принципе, это благородно, учитывая, что она от него ждет ребенка. Мне кажется, Елена правда не знала об убийстве. Может, мы с тобой махнем куда-нибудь на выходные? Как на это смотришь? Что? Маш? Вкус какой-то странный. Можно? Да. Нормально? Нет, правда, нормально, макарон. Да. Угу. А... Да, хорошо, еду. Вызывают опять? Угу. Куда? Не поверишь. В прокуратуру. Поел. Ты знаешь, а может даже хорошо, что обед не сложился. Я думаю, что тогда... Сложится прекрасный ужин. Да я могу сама. Нет уж, изволь. Давай. Чисто. Проверил, что ли?
Девушка, мы ничего не покупаем, спасибо. Девушка, мы... Я просто хотела посмотреть в глаза убийцы моего отца. Пройдите, пожалуйста, в квартиру. Я знаю, он любил вас, а вы изменяли ему. Я не знаю, как вас зовут, пожалуйста. Даша, меня зовут Дарья Пашкова. И он признал меня, хотел дать свою фамилию. А теперь его нет. Вы отняли у меня все. Пусть Бог накажет вас за то, что вы сделали. Я тебя что, разбудила, что ли? Ну, мам, ты бы хоть предупредила бы. От вас приглашение разве дождешься? На, вот, держи. Вот я решила сделать сюрприз. У тебя получилось. Так. Вот смотри-ка. Андрюшенькины любимые. И когда ты только все успеваешь? А мне теперь делать-то нечего. На пенсии. Все успеваю. Все новости смотрю. Да. Банки закрываю. И к вам вот приезжаю. Так, а зятёк-то мой где? Проходи на кухню, мам. Ага. Так. Так Андрей, ты где, дома? Мы поссорились, пока решили пожить отдельно. Как это? По разным комнатам, что ли? Нет, мам. Совсем отдельно. Ой. Нет, 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 доченька. Я уверена, вы с Андреем обязательно помиритесь. Это у вас период сейчас такой просто. 7-й год ведь, да? Вот самый кризисный. Да, мам, при чем здесь это? Вот мы с отцом чуть не развелись на 7-й год. Я ребенка жду, и не от мужа. А от кого? Ни от кого. Мам. Мам. Мама. Ну что, ну куда ты? На вокзал. Зачем? Билет поеду сдавать. А я теперь никуда отсюда не уеду, пока я не буду уверена, что у вас здесь все хорошо. И что у моего внука будущего есть отец. Вот так. Просто выворачивает от этого чада. А тебя теперь от всего выворачивать будет. 3 месяца так точно. Знаешь что, тошнит тебя, не тошнит. А ребенок нуждается в питании. Так что давай ешь. Вот, сметанки сейчас положу. Вот так. Кстати, а будущий отец-то у нас в курсе? Маруся, ты непременно должна ему сообщить.
даже если не собираешься с ним жить дальше. Ребенок не должен жить с комплексом неполноценности. Я буду растить ребенка одна! Ой. Мама, пожалуйста, не лезь в мою жизнь. И не давай мне советов. Во-первых, я их не слушаю, а во-вторых, я этого не люблю. А зря. Очень зря. Даша, привет. Привет. Даш, послушай, я виновата перед твоим отцом. Но я не хотела, чтобы так получилось. Это роковое стечение обстоятельств. Я не нуждаюсь в вашей исповеди. Но я хочу тебе помочь. Да как вы можете мне помочь? Папа обещал мне, что поможет мне поступить в институт, что купит квартиру, что мы поедем в Европу на Новый год. А теперь всего этого не будет. Ты знаешь, у меня есть черновик его завещания. Я хочу, я готова исполнить его последнюю волю. Если хочешь, Даш, мы проконсультируемся у юриста. Я уверена, он подскажет, что делать в такой ситуации. Ты думаешь, что мне нужно его наследство? Мне нужен папа, родной человек. Я здесь совсем одна, и у меня никого нет. А где оригинал? А, в полицию. Моего мужа убили, и сейчас идет следствие. Кто убил, уже известно? Какое это сейчас имеет значение? Ну, если суд установит, что убийца кто-то из наследников, то он будет объявлен недостойным и лишится своей доли. Ну нет, ну это не наш случай. Посмотрите еще раз. Вот это заявление написал мой муж. Он завещал часть наследства своей дочери, Дарье Пашковой. Вам нужно будет подать в суд на установление отцовства. Нет, ну это невозможно, мы его уже похоронили. Ну, это только дурацких телешоу, тест на ДНК, единственный аргумент. Вот это не дает вам права на наследство. Но если графологическая экспертиза установит подлинность почерка Юрия Лебедева, то это значит, что он признал вас своей дочерью. И что это изменит? Ну как что? Вы можете претендовать на наследство по закону. Ты знаешь, я могу поискать в интернете, где найти хорошего графолога. Да это не имеет значения. Ты все равно ничего не решит. Ну почему? Ну юрист же сказал, что в этом ничего нет сложного. Потому что у меня нет денег на экспертизу. У меня нет даже денег на съемную квартиру. Меня завтра уже выселят, и мне придется ехать в Челябинск, в Тюрино. Даша, ты можешь пожить у меня. Я оплачу сама тебе экспертизу. Ну вот, это самая светлая комната в квартире, я думаю, тебе здесь понравится. Ой. А это для кого? Вы ждете ребенка? У меня будет братик? Ну, не совсем. У него другой папа. Понимаешь, иногда чувства оказываются сильнее разума. Это ребенок убийцы? Я не знала, что он на это способен. Я не ожидала от него такого. Не говори так, потому что ребенок ни в чем не виноват. А как вы его назовете? Павел. В честь моего дедушки. Он герой войны. Угу. А какая у него будет фамилия? Я пока официально замужем, так что для всех это будет сын твоего отца, Павел Лебедев. Хорошо, Я никому не скажу, но по справедливости я единственная дочь своего отца. Даша,
Ты не волнуйся. Что бы там ни решил суд, я обязательно отдам тебе твою долю в наследстве. У нас, к сожалению, нет показаний Махотеля о том, как он достал цианид. Но у нас есть его чистосердечное признание, а это, как известно, царица доказательств. Ой, знал бы ты, сколько проблем из-за этой царицы на суде. Занята? Ну? Ты зайди ко мне, как закончишь, ладно? Угу. Алло? Да, я тоже соскучилась. Что? Ты уже здесь? Ты шутишь? А, слушай, ну я успею, да, успею. Сейчас, Лен, я вернусь поздно. Я могу взять ключи от квартиры, чтобы вам не открывать, когда я вернусь? Конечно, бери. Алло, да. Обалдеть! С ума сойти! Как так? Я скучал по тебе. Не верю. Ну, почему ты тогда со мной не поехал? Ну, я не знал, что я буду скучать. Тем более раньше ты всегда была рядом. Знаешь, я хочу попросить твои руки у твоего отца. Ты нас познакомишь? Папа умер. Что? А как ты теперь будешь? Я не пропаду. Ну, ты ко мне так и не зашла, Маш. Ну, подожди, я хотел просто узнать, что произошло. Мне показалось, что мы с тобой вчера вроде бы помирились. Ты на звонки не отвечаешь. Андрей, нам нужно развестись. Ага. А почему? Я все обдумала. В общем, у нас нет шансов. Отойду, да. Ты с ума сошла? Уже больше года у вас не было срывов. Динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Своими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да не акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто-то еще был. Кто?
Ой, здравствуйте. Мария Николаевна, извините, пожалуйста. Елена Михайловна немножко задержалась с началом приема. Ничего страшного. Можете к ней пройти. Да, хорошо. Ходите. Галина Павловна, пойдемте, готов? Смелее, смелее. Поднимайтесь. Ну, что я вам могу сказать? Есть небольшой тонус в матке? Дискомфорт есть внизу живота? Чуть-чуть. Если дискомфорт продолжит беспокоить, сразу ко мне. Положим вас на сохранение. Полежите, отдохнете, берете силы, мы вам витаминчики поколем. Токсикоз беспокоит? Почти прошел. Хорошо. Вы так быстро вышли на работу. Вашему ребенку месяц? Полтора, если быть точнее. Мне повезло, ей с кем его оставить. Ну что, больничный оформлять будем? Я отлично себя чувствую. Хорошо. Я, кстати, очень удивлена, что вы обратились именно ко мне. Ну, когда я узнала, что вы вышли на работу, я решила вести беременность у вас. Вы великолепный доктор. Благодарю за доверие. Значит, домой. Да? Можно? Да. Я просто ехала мимо, решила заехать, проведать тебя. Вижу, ты мне не рад. Да нет, просто сейчас такой момент в жизни, что... Какой? Ты развелся почти полгода назад. Думаешь, что она к тебе вернется? Брось. Развод — это не конец света. Кстати, сегодня премьера. Не хочешь составить мне компанию? Правильный выбор. Хочет, маму ждет. Сейчас, сейчас, мой родной. Я только руки помою. Пойдем. Звонили из поликлиники. Спрашивали про молочную кухню. Будем заказывать? Нет. Нам пока ничего не нужно. У нас все свое. Да, Павлуша? Я тоже им так сказала. У вас обеденный перерыв заканчивается. Да. Пойдем, пойдем, поспи. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Проснется, мы с ним в парк погулять сходим. Обязательно сходите. Сегодня погода очень хорошая. Жалко, что мне придется на работу вернуться. Вы не волнуйтесь, мы справимся. Давайте. Даша, ну понимаешь, это... это нормальная тема. Надо еще немного вложиться.
Еще немного. Я же отдала тебе свою машину. Ты говорил, что будешь работать личным водителем. Да. Но это все не то. Там нормальных денег не заработать. Ну, тебе же нужно хотя бы с чего-то начать. Да почему ты мне не веришь? Я предлагаю нормальное прибыльное дело. Ну да, ты права. Зачем тебе такой неудачник, как я? Я сам решу все свои проблемы. Антон! Да все, не надо, я сам. Антон, подожди! Антон, ну подожди! Хочешь правду? Нет у меня никакого проекта. Я просто попал на деньги, мне надо вернуть долг. Вот смотри. Они сломали ребро так на первое время. Считай, предупредили. Антон, сколько ты должен? У тебя все равно нет таких денег. Если я верну хотя бы 1100. Я найду тебе эти деньги. Да не надо, я сам все сделаю. Пришлите мне какие-нибудь уже видеоматериалы на почту. Почему у меня ничего нет? Ты вообще, когда отчет сдаешь, ты его проверяешь? А что с ними так? Ну, ошибки. Я не пойму, ты не высыпаешься, бледная. По-моему, тебя это не должно беспокоить. Если это работа касается, меня это беспокоит. И еще, пожалуйста, у нас же дресс-код определенный есть, правильно? Деловой стиль называется, а ты балахоны носишь. Ты, пожалуйста, перестань это делать. Очень трогательно это слышать человеку, у которого пятно на лацкане пиджака. Здесь все цифры верные, просто несколько опечаток. Несколько. Всего-то. Это вообще документ, Марья Николаевна. Марусь. Ты у врача была? Была. Ну, что он сказал? Все нормально. С ребенком самое главное, все в порядке? Ты, если что, скажи, не держи в себе. Я сказала, все нормально. Сказала, побольше лежать, поменьше волноваться. Лежать? Это, наверное, потому что у тебя тонус повышенный. У меня тоже тонус был. Я с тобой целых 2 недели на сохранении лежала. Деточка. Ну что с тобой, милая мамушка? Что? Мама, уйди! Что? Уйди, а мама! Уйду, пожалуйста! Уйду. Оставь меня в покое! Все, пошла, пошла, пошла! Здравствуйте, Ирина Петровна. Здравствуй, мой дорогой. А вы какими судьбами? Ты вот приехала. Ага. Знаешь, я хочу с тобой поговорить. Можно? Пожалуйста, конечно. Андрюша, ты знаешь, я очень переживаю за Машу. Ну, точнее, за ребенка. За какого ребенка? Как какого ребенка? Ну, Маша беременна уже 6-й месяц. Кто? Маша. Не знал? Прости. А я тогда ничего не понимаю. Вы разве не из-за этого развелись? Я сейчас не очень. А это мой ребенок? Нет. Но с тем человеком она не общается. Она про него слышать не может. Она любит только тебя, Андрюша. Да, она совершила ужасную ошибку. Но поверь, она любит только тебя. А в чем она от меня скрыла? Вот не знаю. Сама не понимаю. Андрюша. Андрюш. Может, ты простишь ее, а? Вы же такая хорошая пара. Ну, малыш этот, ну, он... Не дурно сейчас. Поняла, поняла. Прости.
Прости. Пошла я. Прости. Андрюш, огурчиков ведь твоих любимых привезла. Ну, вон как вышло. Не приглашал. Почему у тебя с Машей? Ребенку помогать будешь? Какому ребенку? А, ты про это? Ну так это просто фотка. Мы поцеловались и все, а от этого вроде дети-то не рождаются. Просто фото, да? Да. Она ждет ребенка еще. Да я клянусь, не было ничего. Ну, она перебрала, отрубилась. Я бы мог, конечно, воспользоваться. Ну, за кого ты меня принимаешь, а? Почему она думает, что она беременна? Да я просто пошутил. Ну, сказал, что мы славно повеселились, а на самом деле сделал пару фоток и все, для прикола. Пошутил? Поздравляю. Щапов. Ты мне нос сломал. Ты молодец. Уснул? С трудом, никак эти колики не пройдут. Лен, я вынуждена попросить у вас денег. Это очень срочно. Так, Даша, давай-ка мы с тобой решим раз и навсегда этот вопрос. Я ведь сделала все возможное, чтобы ты вступила в наследство. Тебе принадлежит машина и загородный дом, так? Да, ну... А еще я выплатила тебе крупную сумму, которая принадлежала моему сыну, так как он не является настоящим наследником. Ну, вы же знаете, что я отправила все деньги маме. Я плачу тебе зарплату няни, исправно, хорошую. О каких деньгах тогда мы можем говорить? Я не могу продать дом, он очень дорогой, его никто не покупает, а деньги нужны срочно. Мой друг в беде. В какой беде? Какое это имеет значение, если вы все равно не собираетесь помогать? О какой сумме идет речь? 100 000. Хорошо. Я дам тебе эти деньги. Спасибо. Я все верну, как только продам дом. Все до копейки. Обещаю. Привет. Поговорить нужно. Можем? Присядем в машину, а? Значит так, без лишних предисловий, я говорил с Олегом. Зачем? Кто тебя просил? Он не отец твоего ребенка, он тебя обманул. Не понимаю тогда. Спасибо за информацию. Подожди, подожди. Ну, если не он отец, получается, я? Я отец? Или у тебя какие-то другие варианты были? Значит, не было. Ты
This is a city of promise, and I believe in my chance, because the dreams come true in Vegas. Да. Filled with да. Ну и вечером я буду от тебя ждать отчет. Да, все. На связи. Спектакль был просто фантастический. Жаль, что ты этого не видел. Да, не получилось как-то. Андрюш, в следующий раз можно меня просто предупредить. Ты извини, я правда не мог. Может, в качестве извинения пригласишь меня в ресторан? Юль, я не хочу тебе врать, у меня кое-что изменилось. Правда? Неужели бывшая решила дать тебе шанс? Юль, ты классная девушка. Правда, но у нас ничего не получится. Ты в этом уверен? Извини. Доброе утро, мам. Доброе, доброе. А что это у нас, праздник, что ли, какой? Ну, можно и так сказать. Проходи, садись. Вкусно пахнет. Ты с чем будешь? С вареньем, со сгущенкой? Со сметаной. Ага. Держи. Спасибо. Машенька. Может, ты мне все-таки объяснишь, что происходит? Все в порядке, мам? Надо же. Вчера еще все было не в порядке. Сегодня уже все в порядке. Маша, ты с Андреем помирилась. Это что, допрос, что ли, мам? Нет. Мне вообще пора собираться уже. Беги, беги. Ну, значит, точно помирились. Слава Богу. Венислав. Я надеюсь, они от тебя отстанут. Спасибо, я... Но это вряд ли. Я им должен 10 раз больше. Как ты мог столько взять? У меня была возможность рискнуть, я рискнул и... Стой! Стой! Поехали со мной. Куда? Я не знаю. У нас есть деньги, купим билет на поезд, исчезнем. Начнем все сначала. Угу. Всю жизнь бегать? Я так не могу. Должен быть какой-то другой выход. Антон, подожди. Даша, ты где? Thank you.
Позвоните позже. Это Елена Лебедева. Мне просто, я не знаю, кому еще позвонить. Мне обратиться некуда. У меня сын пропал вместе с няней. Никого нет. И мне кажется, что-то случилось. Нет, я каждый день я приходила в обед кормить его. Все было хорошо. Хорошо. Вы уверены в няне? Это надежный человек? Ну да, это Даша Пашкова. Это дочь Юры. Это дочь вашего мужа? Ну да, у нас прекрасные взаимоотношения. Я добилась того, чтобы она вступила в наследство. Она уже получила свою долю. Мы уже полгода живем как семья, как родственники. Она сама вызвалась помочь с Павликом. На чью фамилию записан ваш сын? На фамилию Лебедев. Отчество? Я записала его на мужа, потому что я не хочу, чтобы он носил фамилию убийц. А какое это отношение имеет к тому, что они пропали? Последнее время вы не замечали ничего странного в поведении Даши? Она получила в наследство дом и машину, но машина сразу же исчезла из двора. Я решила, что она ее продала. Но на днях она попросила у меня денег. Вы дали? 100 тысяч. Дала. Она сказала, что ее близкий человек нуждается в помощи. Сказала, что отдаст деньги. Она вернется с продажи дома. Так, может быть, она в дом и поехала? Нет, я звонила уже туда, в поселок, а они там не появлялись. Подождите меня в машине сейчас минутку. Хорошо. Алло, Андрей, бери опергруппу и приезжай к дому Лебедевой. У нее ребенок пропал, похоже, похитили. Нет, последней, кто его видела, была няня. Он был с няней, с Дарьей Пашковой. Жду. Здравствуйте. Вань, записи с камер нужны и ищи свидетелей. Влад, пробей, пожалуйста, телефон Пашковой и смс-ки, звонки, мало ли где может находиться. Есть фото ребенка? Да, есть, конечно. Дай. Капитан юстиции. Мария Бустрова, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы видели эту девушку? Да, конечно, она из нашего подъезда. Каждый день гуляла с коляской, но мы не общались. А может быть, вы кого-то видели рядом с ней? Ее парня. Неприятный тип, дерганный такой, глаза бегают. Вы слышали, они разговаривали, может быть, о чем-то? Вон там стояла неплохая иномарка. Эта девушка, похоже, подарила ее своему парню, отдала ему ключи, и он уехал. Мне кто подарил машину. А давно это было? Примерно неделю назад. Поможете составить фоторобот? Попробую, но у меня ребенок. Мы постараемся побыстрее. Влад, помоги составить фоторобот подозреваемого. Нашли мобильный Пашковый в парке в самой его глубине. Молодец. Поехали в парк, а то уже темнеет. Пойдемте. Андрей. Да. Слушай, я вот что подумала. По документам ребенок сын Лебедева, а значит, он конкурент Даши на наследство. Думаешь, у нас похищение? Ну. Опа. Так. Разбит. Видимо, хотел, чтобы не отследили. Маш, может, я тебя домой отвезу, а мою машину ребят отгонят? А? Ну, я сейчас все равно не усну. Давай лучше всем за кофе съезжу. Какой кофе? Тебе режим надо соблюдать. Давай в машину быстро, ведь приказ. Давай. Ну, Олег Димов, ну куда делать? Давай в машину, сейчас решим. Давай. Елена Михайловна,
Пройдемте в мою машину. Сейчас сотрудник подъедет и вас домой отвезет, хорошо? И вообще, я думаю, тебе этим расследованием, честно говоря, не надо заниматься. Стресс, волнение — это ни к чему тебе. Да ты преувеличиваешь. Я отлично себя чувствую. Маш. Ну, правда? Маш, давай, отлично, это скажет врач. Я волнуюсь, переживаю. Давай. Холодно на улице, в машине посидим. Ну, да, хотя бы за руль сяду. Нет, 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 давай ты здесь посидишь. Ой, ну какой ты несносный, а? Ты устала, мало ли чего. Сама такого выбрала. Алло. Влад. Слушай, ты можешь мою машину отвезти и Лебедеву заодно домой забросить? Да, мы на той точке, где телефон был. Да. У тебя есть. Подъезжай, да. Все, ждем. Сегодня в Терлецком парке был похищен маленький ребенок Павел Лебедев. Ребенку всего только полтора месяца. Всех, кому что-либо известно о местонахождении этих людей, просим немедленно связаться с нами по телефонам, указанным на экране. Своего ребенка живым, делай то, что я скажу. Цена вопроса 2 миллиона. Деньги у тебя есть, не так ли? Да, есть. Что я должна делать? Забрать деньги из банка и ждать моего звонка. И самое главное, сунешься в полицию, сына больше не увидишь. Слушаю. Мария, это я опять. Мне только что позвонил похититель, и они просят за Павлика 2 миллиона. Так, хорошо. Попробуйте в точности повторить, что вам сказали. Это был мужчина? Да, это был мужчина. Он знает, что у меня есть деньги. Сказал, что я должна пойти в банк, снять 2 миллиона. Еще сказал, что я не должна ни в коем случае обращаться в полицию. Елена, не переживайте, похититель не узнает, что вы мне звонили, но он может следить за вами. В каком банке у вас счет? Название банка? Где ближайшее отделение? Минжинского, 38. Хорошо, мы встретимся с вами в отделении банка, и там вы получите все дальнейшие инструкции. Спасибо. Купюры месячные, он об этом не узнает. Угу. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Он позвонит, назначит место, вы отвезете деньги, остальное — наша работа. Да. Еще, когда позвонит похититель, попробуйте потянуть время, ну, а мы постараемся отследить звонок. Так, это он. Берите. Алло. Деньги уже у тебя? Да. Минусинская, 24.
Это заброшенная стройка. Там есть старый кран, наверху будка. Поднимаешься по лестнице вверх и оставишь сумку в будке, поняла? Да. Я вас подвела? Нет-нет, все нормально. Встаньте, пожалуйста. Не волнуйтесь, мы будем вас видеть и слышать. Я думаю, что я справлюсь. Ну, будем надеяться. Вроде бы никого больше нет. Иду к месту. Я подхожу к месту. Поднимаюсь по лестнице. Вижу будку. Поднимаюсь к ней. Оставляю деньги. Все. Оставила. Ухожу, как вы говорили, не оглядываясь. Что это за шпана здесь бродит? Может, я его уберу? Подожди. Слушай, этот школьник похож к нам. Я вызываю спецназ. Угу. Влад, давай-ка за ним. Где ребенок? Не знаю. Полиция! Всем осталось на местах! Руки! Встал! Дай сюда! Пошел!
Где он прячет ребенка? Я не знаю, он его не брал. Мы как раз гуляли с Павликом в парке, когда подъехали эти. Он должен был им денег. Тут 100 тысяч, я все отдам. Тут 100 тысяч, я все верну, честно. Слышь, мы тебя предупреждали. Я отдам. Там же все и сразу. Я отдам. Чтоб не забывал. Где коляска? Павлик! Эй! Я искала, я бегала по всему парку. Что было потом? Я очень сильно испугалась. Он сказал, что я главная подозреваемая, что теперь меня посадят в тюрьму, что... Вы сбежали? Ну, я была в панике, я не знала, что делать. Потом я вернулась, а он тут сказал, что мне нельзя возвращаться. Он сбил меня и связал. Влад. Я не думала, что все так получится. Надо отвезти ее в больницу, снять побои. Вы только не спускай с нее глаз. Она главная подозреваемая. Пойдем. Больно? Да. Очень. Да я в сотый раз говорю. Не брал я ребенка. Я решил воспользоваться ситуацией. Мне деньги нужны были, вот и пришла идея с выкупом. Допустим, но вы же видели, кто увез коляску? Меня били ногами. Думаете, у меня было время смотреть по сторонам? А те, кто тебя бил, могли забрать ребенка? Ну, могли подумать, что он твой. Не думаю, они слишком тупы для этого. Ну, не могли что-то видеть. Нужны контакты этих ребят, номера телефонов, может, машины. Вот это есть, да. Это пожалуйста. Мария Николаевна, будьте добры, дайте листочек. Даш. Даша. Тебе лучше лечь. Врач сказал, что с сотрясением мозга надо лежать. Я не могу. Я не уследила. Это ужасно. Он такой маленький. Он такой беспомощный. Никогда себя не прощу. Тихо. Все будет хорошо. Я рядом. Все будет хорошо. Ложись. Маш, пойдем пообедать. Ой, а я, кстати, забыла про обед. А, ты вообще не удивлен. Ты вот зря, в твоем положении вообще нельзя этим пренебрегать. Ты сегодня завтракал? Конечно. А вот что, кофе? Да. Из ГИБДД только. Кофе Зефир, да? Они нашли машину, которую вы подали в розыск. А это? Это адрес. Спасибо. Спасибо. Мы с тобой идем обедать. Поехали. Маш. Ну, по дороге бутербродов купим. Ну, что ты в самом деле? Хватит, Маш. Поехали. Маш. Ну, какой так, ты несносный хорошо, человек. Хорошо, давай хотя бы ты нормально поешь, а я по дороге. Открывай машину. Ладно. Ты можешь со мной не спорить хотя бы на работе? Ой. Я твой начальник, между прочим. Так, мы сейчас доезжаем до места, находим там кафе, ты ешь, а я занимаюсь делами. Договорились? Да. Все. Я запомнил и записал. Диктофон у меня всегда включен. Так, пристегнись. Включен. Ну, ты у нас русский язык изучала, я вообще по математике специалист. Здравствуйте. Здравия желаю. Угу.
Вот это ваша машинка. Ага. Маш, посиди в машине. Не мерзни. И ноутбук возьми сразу. Смотрите. Да. Там есть видеорегистратор. Ага. В машину не попасть. Поэтому есть два варианта. Ну? Или звонить хозяину, или вскрывать машину. Ну, вскрываем. Вскрываем. Да, ордер будет. Дать? Пожалуйста. Все уже? Конечно. Лихо вы. А в органах давно работаете? Не, нет, я шучу так. Ну, навык полезный. Снимите регистратор, давайте посмотрим. Останови. Видишь, у нее на руках перчатки. Угу. Ну и что? Она одета легко, а перчатки явно не по сезону. Думаю, что они были надеты не просто так. А для того, чтобы в случае опасности бросить коляску, сбежать и не оставить отпечатки пальцев. Ну, возможно, но... Чего ты смеешься? Ну, в случае опасности. Ну. И не похоже, чтобы Даша была к этому причастна. Ой, знаешь, у Пашкова у него взгляд невинный, а вот мотив, по-моему, очень четкий. Могла кого-нибудь нанять, чтобы ребенку выкрасть. Вы общаетесь с Лебедевой? Нет. Она сюда не приходила. Я проверю это по графику посещения. Но вы, наверное, знаете, что у вас родился сын. Значит, все-таки мальчик? Сколько ему уже? Месяц? Не знаю. Лебедева действительно с вами не связывалась, даже не созванивалась по телефону? Нет. А вы, неужели вы не поинтересовались, как у нее дела? Может быть, через родственников? Зачем вы пришли? Ребенок Лебедевой пропал. И мы предполагаем, что он похищен. И к этому могут быть причастны члены вашей семьи. Нет, нет, они ничего не знают. Они давно не были в России, вы можете это проверить. Лена не хочет меня видеть. Мой ребенок в опасности, и я ничего не могу с этим поделать. Значит, все было зря. Зря, что вы имеете в виду? Не для записи. Хорошо. Я не убивал Лебедева. Я просто не мог допустить, чтобы Лена родила моего ребенка в тюрьме. То есть вы хотите сказать, что взяли ее вину на себя? Нет. Не ее. Я не знаю, кто убил Лебедева. Абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район, тоннелями изрыт. Интересно, куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в краже в особо крупном размере. Это шутка? Thank you.
Смотрите на ее спортивный костюм. Полосы на рукавах довольно заметные. Вы узнаете эту женщину? Мне кажется, я видела ее за несколько дней до того, как украли Павлика. Она проявляла интерес к ребенку? Нет, она просто прошла мимо. Да, но вы почему-то ее заметили. Почему? Она была в темных очках, хотя было пасмурно. Да, слушаю. Мария Николаевна, только что на горячую линию позвонили. В парке нашли коляску, похожую на похищенную. Мы выезжаем. Да, отлично, я тоже скоро буду. Лебедеву вызвать на всякий случай, опознать коляску? Да, но я сама ей позвоню. Спасибо. Всего доброго, поправляйтесь. Давайте неаккуратнее, раздерешь сейчас весь вещдок. Да, подожди ты. Елена, вы в порядке? Все нормально? Елена? Мне надо увезти отсюда. Давай, давай. Пойдем. Пойдемте в машину. Елена, пишите, пожалуйста, это протокол, что вы опознали коляску и вещи. Хорошо, я подпишу. Но я никуда отсюда не уеду. Я хочу быть здесь, когда моего сына найдут. Понимаете? Я вас поняла. Здесь? Да. Она была в перчатках. Мы здесь ничего не найдем. Откуда столько пессимизма, Мария Николаевна? Те, кто пытался потопить коляску, явно нервничал и торопился. А спешка преступника лучше друг криминалиста. На берегу следы от кроссовок. Размер небольшой, скорее всего, женский. Да, ждем. Да. Сейчас водолазы подъедут. Давай Лебедеву увози. Она хочет остаться, и, по-моему, она имеет право. Сейчас дно будут обследовать, и неизвестно, что мы найдем. Да. Маш. Ладно, пусть она остается, а ты должна уехать. В твоем положении делать здесь нечего. Еще почему? Это приказ. Спасибо. Да. Доброе утро. Доброе.
Что, даже не пригласишь? Давай-ка мы с тобой сразу выясним. Ребенок твой. Но это не значит, что я готова примириться и все простить. Я понял. Просто хотел рассказать тебе, что сказали наши эксперты. А и что они сказали? А я тебе в машине расскажу. Ты одевайся теплее, сегодня прохладно. Жду. Совсем не спала? Почти, пока ты не позвонил и не сказал, что в пруду ребенка нет. А ты оказалась права. Да? Да. Коляску действительно протерли раствором для дезинфекции. А если быть точным, аламинолом в максимальной концентрации. А где он применяется? В больнице. Его применяют для дезинфекции медицинских инструментов. Ага. А давай-ка мы с тобой проедемся в медцентр, где работает Елена. У меня появилась одна мысль. Какая? Поехали. Вы какие-то слишком общие вопросы задаете. Что значит, как проходит выписка новорожденного? Что вас конкретно интересует? Кто и какие документы выдают матерям после рождения ребенка? Ах, вот и о чем. Ну, мать получает справку о рождении, потом обменивает в ЗАГСе эту справку на свидетельство о рождении. А эту справку можно подделать или получить незаконно? Очень сомневаюсь. Это серьезный медицинский документ. Три печати, три подписи. Акушера, завотделения и главврача. Так что это практически невозможно. Покажите мне место, где ставят печати на эти справки. Пойдемте. Это лестница, медицинский пост в холле на первом этаже. Сами найдете? Да, разберусь. Спасибо. Ну, рассказывай, что задумала. Ты можешь ее отвлечь, так, чтобы она покинула свой пост? Да без проблем. Давай без использования служебного положения. Ну, пугал, что ли? Час, два. Давай. Смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сказали, у вас здесь кондитерская есть какая-то очень хорошая, правда? Выйдите и налево 50 метров пройдите. А если в кондитерскую собрались, то поторопитесь. А то у нас во время обеденного перерыва там вечно очередь. Угу. 50 метров налево, да? Да. Далековато. Ладно, спасибо. Обратитесь, пожалуйста. А в чем проблема? Почему я вот пытаюсь открыть, он не открывается? Зачем открывается-то, молодой человек? Не хулиганьте! Не хулиганьте, а то охрана выживут. Какие деньги? В смысле? Я провел, смотрите, пожалуйста. Понятия. Деньги ушли, да? Я открываю, не открывается. Что с утра все работало. Ну, сейчас ты работаешь, вот ты с утра. Забейте. Начальник, охрана. До утра только все забыли, вот люди кушают. Ты что делаешь? Я говорю, я плачу, я открою. У меня же третий раз снялись деньги. Может, у вас карта фальшивая? Я не знаю, может, она заела. Или заблокирована карта. Я сейчас вызову полицию. Вызовите полицию. Да я сам полицию. Да? Молодой человек, у нас тут беременные лежат. Не надо никого вызывать, все в порядке. Похож? Похож. Спасибо. Аппарат трясти не надо. Да, а ведете-то себя надо, как слушайте, безобразно, надо, молодой человек. Чтобы аппарат работал. Он работает. Надо. Ну вы что так шумите? Так я плачу деньги за это, я разберусь. Шуметь хорошо? Не я надо. Я разберусь. И что это такое было, я не понял. Следственный эксперимент. Ну и что, он удался? Более чем. Если предположить, что ребенка украли для себя, то есть свою семью, то его нужно будет как-то легализовать. Ага. А удобнее всего это сделать человеку в белом халате. Держи. Как и достать аламинол? Совершенно верно. Поэтому я не исключаю, что ребенка Елены украл медицинский сотрудник. Ой. А возможно, даже работник этой клиники. Пошли.
Как мы уже сообщали, продолжаются поиски маленького Павлика Лебедева, который был украден 2 дня назад в Терлецком парке. Малышу едва исполнилось 1,5 месяца. Ну все, Димочка. Практически все вещи собрала, осталось только чуть-чуть. Когда у нас самолет? Мне только что позвонили. Приказ еще не подписан. Что это значит? Это значит, что могут направить в другую часть. Я даже рад. В Омске не самый лучший климат для ребенка. Он еще совсем маленький. Я думаю, вам лучше остаться здесь. Он немного подрастет. Ну и мне не придется высаживаться на сушу. Дим, ну ты что такое говоришь? Мы же одна семья и поедем за тобой. Куда бы тебя ни послали. Тебе что, твои корабли дороже семьи? Нет, нет, конечно нет. Ну что за спешка? Распределения разные бывают. Могут направить в теплые края, например, в Крым. Да нам все равно куда, лишь бы с тобой. Неужели ты, папа, это не понял? Такой темненький. Поменяется еще. Я тоже родилась с темными волосами, да? Никак не могу понять, на кого он похож. На тебя похож. Ты же не присутствовал при родах. Вот и не проникся чувствами к сыну. Поэтому тебе кажется, что он не родной. Я был в океане за 1000 километров. Вернулся, как только смог. Это вместо того, чтобы сказать мне спасибо за сына, да? Миш, не говори так. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Дай мне его. Дай. Ты мой сладкий. Ну, красавица маленький. Аккуратней под головку держи. Слушай, он какой-то горячий. Скажи, я же только проснулся. Не, ну, потрогай лобик, может, температура. Только чуть-чуть. Давай вызовем врача. Он все-таки кроха. Давайте будем рисковать. Дима, какой врач? Я медсестра, мы сами справимся. Клади в кроватку, я попить ему сейчас принесу. Давай. Здесь находится дом Лебедевой, здесь клиника. Здесь парк, где нашли коляску. Так что вполне вероятно, что похитительница живет где-то в этом районе. Но там не очень много домов. Можем начать поквартирный обход. За пару дней управимся. Да. Очень плохая идея. Начнем обход. Пойдет слух. Она может затаиться или вообще исчезнуть. Ну, а ты чего молчишь? Идея есть? Я хочу проверить список зарегистрированных новорожденных. Ты что, думаешь, она его успела зарегистрировать? Нет, проверить можно, конечно. А вдруг будут совпадения с сотрудниками клиники? Ребенок может быть оформлен вообще на любой фамилии. Украсть ребенка она могла не для себя, а для кого-то другого. Главное, что она подделала справку о рождении, а это значит, что свидетельство о рождении было выдано на ребенка, которого, по данным роддомов, не существует. Ну что, сироп подействовал? Да, подействовал. Немножко жар спадает. Все хорошо. Он стал еще горячее. Ты что? Давай я все-таки вызову врача. Дима, без паники. Это обычная простуда. Подержи. Мой сладенький. Давай я за лекарством в аптеку. Побудь с ним, пожалуйста. Ладно, я быстро. Конечно. Все. Сейчас мама придет. Принесет лекарство. Маш, слушай, выручай, там пресса, хотят комментарий по поводу нашего дела. Я не люблю это, ты можешь? Занята, пусть подождут. В смысле занята, Маш? Они сейчас не отстанут, пока мы им что-нибудь не скажем. Я, кажется, нашла. Ну-ка. Чего ты нашла? Свидетельство выдано 2 недели назад. Артемов Михаил Дмитриевич,
Ну, и почему ты думаешь, что это наш? Она что, могла заранее... Выходит, что так. Данных о нем нет ни в одном роддоме. И даже не это самое интересное. Знаешь, кто мать? Ну? Ирина Кротова. Медсестра Лебедевой. Подожди, Кротова, которая у нас проходила по делу Лебедева? Угу. Миленькая тетечка. Да, такая миленькая тетечка. Она уволилась месяц назад. И ты был прав. Она оформила ребенка на фамилию мужа. А действительно все рядом, как ты и говорил. И медцентр, и парк, и дом Елены. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ирина Геннадьевна Кротова здесь проживает? Да. Хорошо. Она дома? Нет. Капитан юстиции, старший следователь СК Мария Быстрова. Майор Быстров, дело в том, что Ирина Геннадьевна проходит подозреваемой по уголовному делу. У нас есть ордер на обыск. Пожалуйста, мы можем пройти? К какому делу? Читайте, там все написано. Кто-то еще проживает в квартире? А Ирина, моя жена. Что происходит? Пожалуйста, отойдите, ребенок болеет. Что с ним? Температура долго не спадает. Господи, да он горит. Вызывай скорую. Почему вы сами не вызвали? Жена отправилась за лекарствами. Сами справимся. Объясните, пожалуйста, что происходит? Вы в курсе, что это не ваш ребенок? То есть как не мой? Ваша жена его украла. Уже несколько дней ищем этого мальчика. А вы якобы не в курсе, да? Ладно, разберемся. Алло, девушка. Это вода? Будьте добры, пришлите, да. Пожалуйста, скорую. Ребенку 1.5 месяца, температура долго не спадает. Да, не падает. Адрес улица Демьянова, дом 16, квартира 24. Да, побыстрее, девушка, пожалуйста. Спасибо. А это что такое? Что это, зачем? Интересная вещичка. А кулон на заказ сделали? Ирина любит необычные украшения. Держи. Я звоню Лебедевой. Алло. Елена, мы нашли Павлика. Он жив. Нашли? Как он? С ним все в порядке? Где он? Да-да, все в порядке. Слава богу, я уже думала, я верила. Я знала, что так будет. Где вы находитесь? Скажите мне, я сейчас приеду. Я все-таки не понимаю, как она могла. Может, вы что-то напутали? Ну, я замечал, что в последнее время с ней творится что-то странное, но чтоб такое. Боюсь, это правда. Так кто будет принимать решение по госпитализации? Думаете, с ним что-то серьезное? Его надо в больницу? Похоже на обычную простуду. Температура спала. Но обычно мы таких маленьких забираем на всякий случай. Сейчас должна его мать подойти. Давайте ее внизу, скоро подождем. Хорошо. Пошли. Пошли. Идем. Гражданка Кротова! Это что, это ты?
Машину пройдемте? Где ребенок? Машину пройдемте. Дайте мне ребенка! Дайте, это мать. Дайте ребенка! Алик. Задержан по подозрению в похищении младенца и фальсификации документов. Сидите, пожалуйста, спокойно. Что с ним случилось? Небольшой насморк, горлышко красное. Типичная картина ОРВИ. Мы, конечно, можем подстраховаться. Не надо. Я сама врач. Я его буду лечить. Ну что ж, это ваше право. Спасибо. До свидания. Мы уже можем домой поехать? Да, конечно. Может быть, вас проводить? Нет, спасибо. У меня машина рядом. Да. Все, ждем. Чуть свяжусь, давай машинку присядем, побеседуем с барышней. Давай. Ну что? Вот там. Так, все готово? Давай, включай. Будьте добры, как нашли ребенка? Скажите, скажите, это правда, что вы нашли ребенка? Да, это правда. Угу. Ребенок с матерью. Находится в безопасности. Можно узнать подробности? Пустите, пожалуйста. Вот, Мария Николаевна, можно? Сейчас находится ребенок. Посмотрите в камеру, пожалуйста. Капитан юстиции, старший следователь Следственного комитета Мария Быстрова. Она вела это дело и раскрыла его блестяще, впрочем, как и всегда. Я только пакет разгружу, сразу уйду. Да ну не надо. Ну что, я себе продуктов, что ли, не куплю? А я не для тебя. Я для ребенка. Да что это такой толстый намек на то, что я плохая мать? Нет, это забота. Mm-hmm. Ты отдыхай, я... Хочешь яичницу сделать? Не хочу я яичницу. А чего? Я бы сейчас съела салат с тунцом и каперсами. Хорошо. Как? С каперсами. С каперсами. Ну это же всем известно. С каперсами. Так, Маша, что такое капер? Thank you.
Даша, проходи. Ну, тебя выписали что-то? Почему ты не предупредила? Я бы как-то встретила. Леночка, пожалуйста, прости меня. Я так рада, что все обошлось и что Павлика нашли. Ты, наверное, ненавидишь меня. Да нет, я тебя не ненавижу. Правда? Ну, конечно, ты ни в чем не виновата. Ты ведь не могла знать. Проходи, раздевайся. А как Павлик? Все хорошо. Легкая простуда, но это пройдет. Пойдем. Я решила с работы уйти. Не могу его оставить даже на минуту одного. Я вас понимаю. Но вы же знаете, что я перенесла операцию, после которой больше не могу иметь детей. Да, мы в курсе. Была угроза вашей жизни, и врачи приняли это важное решение. Еленочка Михайловна, наш лучший врач, она спасла мне жизнь. Она удалила мне матку. И вы решили украсть ребенка у Еленочки Михайловны, да? Да нет, нет, что вы такое говорите? Это ужасное совпадение. Я и понятия не имела, что это ее ребенок. Знаете, мне так захотелось своего малыша, такого маленького, родного. А тут я случайно гуляла в парке и увидела коляску брошенную, и никого рядом. Вот скажите мне, разве можно вот так просто взять и оставить коляску? Кругом одни маньяки и психопаты. И вы решили забрать ребенка себе? Ну да. Я считаю, что мы с мужем очень хорошо бы о нем позаботились, и у нас полная семья. А муж знал, что ребенок был украден? Нет. Я думаю, что мужчина никогда не сможет полюбить чужого ребенка. Поэтому сказала, что это наш сын. То есть вы сымитировали беременность? Но не то, чтобы. Дима был в плавании. Вы говорили ему, что беременна? Да, говорила. То есть, значит, вы заранее планировали похищение? Нет. Ну как нет? Свидетельство о рождении получено за 2 недели до того, как вы украли ребенка. Рассказывайте все, как было на самом деле. Я не могла верить в то, что рушится моя жизнь. Рушится моя семья. Мой муж Дима, он же любил меня, на руках носил. Он просил, чтобы я родила ему ребенка. Он просил меня ребенка, а я не могла ему родить, потому что она удалила мне матку. Понимаете это или нет? Тут я узнала, что она собирается выйти на работу сразу же после декрета. Это значит, ей ребенок не нужен. Ну как можно оставить маленького кроху на воспитание какой-то малолетки, дури, няни? Эта малолетка вообще о нем не заботилась. С малышом все что угодно может случиться. Да, я подделала справку. Я уволилась с работы. Я знала, что я буду лучшей мамой. Я так понимаю, вы готовы написать признание? Я думаю, люди меня поймут. Я никому не хотела причинить зла. Thank you.
Я была у Махотеля в СИЗО. Угу. Он сказал, что он не убивал Лебедева. Что оговорил себя. Испугался, что Елену обвинят и посадят. Это просто... ему поверила? Да. Угу. Нет, сперва нет. Сперва не поверила, но... Я пробила его родственников, они не въезжали в страну. Когда похитили ребенка, он сидел в СИЗО. И ты бы видела его реакцию, когда я сказала, что его ребенка похитили. Ну, ну, есть какие-то вещи, которые невозможно подделать. Ты знаешь, я, честно говоря, сам об этом думал. Просто, ну, похищение ребенка и убийство мужа вокруг одного человека, это... Это уже слишком. Ну, да. Слушай, мы потеряли столько времени, я не знаю, можно ли сейчас еще что-нибудь доказать. Но мы посадили с тобой невиновного человека. Ну? Что ну? Подожди. Сейчас. Алло, Паш. Да, привет. Слушай, а ты помнишь еще про мою... Да, выяснил? Ну, говори. Ну? Угу. Ну, говори. Что? Спасибо, Паша. Ну? Хорошо. Я Кротова Ирина Ивановна. Ну, хорошо все написано. Только, мне кажется, вы упустили главное. Забыли написать мотив. Почему же я... Много раз говорила, что хотела иметь детей, иметь большую счастливую семью. Хотите, я скажу, что вами двигала месть Елене Лебедевой? Месть? Да. Да нет, не месть. Вот вы мужчина, и вам меня не понять. Да. Я перелопатила весь интернет. Я ночами сидела и листала литературу. И я знаю, что такие случаи, как у меня, встречаются нередко. И только квалифицированные специалисты могут сохранить матку. А я не могу больше иметь детей. Благодаря ей. Месть. У меня обида. Ну и вы решили ее убить. Убить? Да. Вы что, несете? Ну как что? Тебе-то же вы подсунули ей отравленные пирожные. Да что? Ну, немножко промахнулись, потому что съел их ее муж. А потом вы узнали, что она беременна, и тогда ваш план поменялся. Вы решили, что не будете ее убивать, а чуть-чуть подождете, затаитесь и заберете ей ребенка. Что за бред вы несете? Вы себя слышите? Вы что, теперь все грехи хотите на меня повесить? В чем я еще виновата, по-вашему? Это же, наверное, далеко не первая вещь, которую вы заказываете у своего брата, ювелира. Нет, не первая. Красиво блестит, да? Вот чтобы добиться такого блеска, ювелирные изделия относятся к ювелирную мастерскую. И у каждого мастера свой метод. Вот, например, некоторые ювелирные мастера используют сами стакан. Сейчас метод не очень модный, но очень эффективный. И ваш брат тоже предпочитает именно этот метод. И цианистый калий у него хранится в кристаллах в плотно закрытом флаконе. Не так ли? Ничего не докажете. А нам и не нужно. Ваш брат уже дал показания. Сказал, что вы обращались к нему за цианистым калием приблизительно полгода назад.
брат. Да, я... Да, я брала... цианистый калий, чтобы травить крыс на даче. Хорошо, мы обязательно проверим вашу дачу. Не скажете, где вы его оставили? Это давно было. Я много раз убиралась там. Мы ведь не найдем там яд, не так ли? Ирина Ивановна, вы обвиняетесь не только в похищении ребенка, но еще в убийстве гражданина Лебедева. Подумайте еще немного. Мария Николаевна, пойдем? Ты считаешь, что мне пора взрослеть? Не будь таким занудой. Хорошо, я подумаю. Обещаю. Все, пока. Пока-пока. Может быть, я действительно здесь лишняя? Ну, тебе ведь уже не нужна няня. Это все не важно. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Я просто подумала про дом. Раз он так долго не продается, может быть, это знак, что он мне нужен самой? Хочешь туда съездить? Я хочу переехать туда, пожить там самостоятельно. Я уверена, тебе там понравится. Спасибо огромное. Но я ведь смогу к вам приезжать в гости, навещать вас? Конечно. Всегда. Спасибо большое, Лена. Это за мной. Береги себя. И звони. Обязательно. Привет. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Ничего не забыла? Ну-ну-ну-ну-ну. Ты звони, не забывай, ладно? Тебе всегда здесь рад. Давай. Пока. Пока. Скажи пока. Осторожней. Пока. Пока. Похож на меня. Наша кровь. Махотели. Тенгиз, ты прости меня за все. Я очень перед тобой виновата. Это не важно. Главное, что мы будем вместе. Я не против, чтобы ты виделся с сыном. Я не буду возражать. Но для нас, для всех будет лучше, если ты исчезнешь из нашей жизни. Как? Почему? Мы же любим друг друга. Мы почти не знаем друг друга, Тенгиз.
Я все это время тебе не доверяла, а ты не доверял мне. Я думала, что это ты виноват. Я просто хочу начать новую жизнь. Хорошо, давай. Давай уедем. Давай начнем новую жизнь. Тенгиз, уходи, пожалуйста. Я буду ждать. Ты передумаешь. Ты передумаешь! Ну, отлично. Вопросов возникнуть не должно. У тебя дела еще есть? Угу. Еще два. Вот принеси мне их, я ими тоже займусь. Это еще почему? Ну, я думаю, тебе лучше будет выйти в декрет. Я еще могу работать. Ты против? Ну, я хорошо себя чувствую, но зачем? А я нет. Я волнуюсь, я переживаю. Я вообще не вижу смысла, зачем тебе работать. Ты вообще помнишь, что мне сегодня нужно уйти пораньше? Да, да. Ну, то все. Подожди. Я сейчас с тобой поеду. Ну, чем? Ну, если ты не против, конечно. Дайте, пожалуйста. Продолжайте. Сердечко бьется равномерно. Вот это ножки, посмотрите. Вот это, да? Да, ножки длинненькие, так что ваши девочки. Повезло. А точно девочка, да? 99%. Здоровый малыш. Все хорошо? Маш, я вот тут подумал, я бы хотел, чтобы наша дочка родилась в законном браке. И, может, мы перестанем все это и пойдем, как взрослые люди, распишемся. Погоди, погоди. Ты что, мне предложение делаешь? Я... Ну, это... нет, я вот на это не подписывалась. А я что? Пока не готова. Я только что развелась, я не успела насладиться свободной и независимой жизнью. Я пока не готова к новым отношениям. Маш, Маш, ну я понимаю, шутки шутками, но я ж правда не могу без тебя. Я признаю, я вел себя как идиот, как баран, как... Продолжай, продолжай. Кретин. Давай, давай. Я просто не понимал, что в жизни главное. Сейчас понял. Я чуть тебя не потерял. Вас. Я же не потерял. Нет. Не потерял. Ну, тогда... Виктория Беляева, Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности, это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматривается. Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену, а я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену.
Thank you.